Так, вот сегодня уже 21 число августа. Гречка цветет полным ходом. Но что-то пчелки не видно. Да и в уликах не видно. Может так чуть-чуть кормится, и все на этом. Дождя нету, сухо, уже третий месяц дождя нету. Ну, хотя бы так они себе бы, ну, меду то в принципе у них много. Я мед у них здесь только шляпы поснимал. А так-то меда у них нормально. Хорошо даже меда. Ну, посмотрим, вот приехал. Им на зиму этого меда хватит вполне. Сидят сильно, чтобы работать. Не работает сильно. Вот, смотрите, как эти бамбуби собирают пыльцу. Она по земле стелится, травичка эта. Пчелка ничего так смотрится нормально, но сидит сильно не это. Работать, видно, ничего такого нету. Короче, вот смотри. Такой вот аппаратик, видишь, он одевается, на голову одевается. Очень и очень удобный. Фильтра. Видишь, они какие здесь фильтра. Мощные фильтра. Толстые, смотри, какие. То регулируется, вот на шею повесил его. И работает, просто супер работает. И удобно, лучше в 100 раз, чем противогаз. Вот такой, видите, кристалл. Это крупный, он дешевый. А нам разница какая? Видите, он какой кристалл? То нам разницы нету. Крупный, мелкий. Мелкий $950 стоит мешок 50 паунтов. А крупный этот $700. То $250 на дороге не валяется. Для меня это самое супер. Вот, видите, ультраби какая. Вот она. Как мука идет. Запах. Ну, такой приятный-приятный запах у нее. То... И вот когда вот мы его сделаем, то он получается очень... Вот видите, она уже, пчелка, уже сразу вот прилетела. А вот когда осенью в Калифорнию, мы зимой приезжаем в Калифорнию, там пыльцы бывает маловато, то вот по такому большому мешку, 1500 паунтов, мы их рассыпаем, и они это летят и на ножки собирают. Видите, сразу он уже сколько их здесь начали собираться. Вот она сядет и потихоньку-потихоньку на ножки налепляет. Ну давайте, 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 улетайте, некогда мне с вами. Давай, 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 а то... А лепешки очень вкусные получаются. Так берешь ее, пробуешь. Что-то такое напоминает. Оно и аромат, и что-то цвет похож, как на щербет. Вот он. Видите, какая она вот эта лепешка. Простояла уже с декабря месяца. Видите, вот липнет. Нормально, что кушают они очень и очень хорошо, их очень хорошо кушают, матки сразу начинают сеять, так что неплохо. Начались пожары у нас, посмотрите, как горит лес, огня не видно, но горит конкретно. Все уже там в дыму.
Это плохо. Дождей уже третий месяц, нету дождей. Добрый уже почти вечер. Вот сегодня целый день езжу, обрабатываю. То, ну, вроде бы сегодня не сильно жарко. Ну, пчелка. Конкретно. Сегодня у нас 85, это где-то около 30 градусов. То повыкучилось. Поснимали супера с медом. Вот они пообиделись. Вон, смотрите, как они. Говорят, плохой хозяин. Позабирал весь мед. Ну, у них там тоже есть медику в этом году. Некоторые точки, что нету меда, а в основном с медом более-менее у нас неплохо. Сахар подорожал. И очень сильно. То братишка сегодня в магазине был и говорит, что $30 это 22 килограмма. Это очень дорого. Очень. То до этого мы брали 22,5 килограмма, вот мешок 50 паунтов, за $23.29. Так что надо будет завтра позвонить, узнать, сколько будет сироп стоить, какая цена. Если что, еще, наверное, трака сиропа заказать, и будет нормально.